Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Олег Егоров. GBS Gold Coin. Как восстановить кошелек? Если по какой-то причине вы потеряли свой кошелек, то его можно восстановить. Восстановить его могут те, кто сделал резервную копию кошелька. Инструкция по созданию резервной копии была в прошлых уроках. Для восстановления кошелька нам необходим файл wallet.date. Достаточно сохранить этот файл. Но если все-таки не получается восстановить простой заменой этот файл, либо разархивированием и установкой вашего резервного кошелька, то есть проверенный способ. Сейчас вы все поймете и узнаете, где взять этот файл. Для этого необходимо заново скачать кошелек с сайта GBS Gold Coin. Заходим на сайт и вот здесь вот внизу скачиваем. Это для операционной системы Windows, это для Linux. Затем, также как в прошлых уроках, заходим в меню Пуск, панель управления, параметры папок, вид и внизу ставим точку Показывать скрытые файлы и папки и диски Применить. ОК. Далее заходим в мой компьютер на диск C, в папку пользователи, в свой профиль и открываем папку Update. Это как раз та скрытая папка системы, в которую мы дали доступ. Далее заходим в папку Roaming и находим папку GBS Goldcoin. В этой папке нас как раз и интересует файл wallet.date. Далее мы разархивируем нашу папку, которую мы сохранили как резервную в случае потери кошелька. И в ней находим файл, wallet.date. Для этого наводим мышку на папку, открываем меню правой кнопкой мышки, нажимаем извлечь GBS Gold Coin, то есть разархивируем. У нас появляется папка GBS Gold Coin разархивированная. Открываем эту папку, открываем. И вот здесь нас интересует также файл wallet.date. Далее мы копируем этот файл valid date из нашей резервной копии кошелька и заменяем его в новом скачанном нами кошельке. То есть в новом кошельке необходимо удалить вот этот файл, именно файл Date, а из нашей разархивированной папки перенести файл Date в новый скачанный нами кошелек. Именно файл wallet.det содержит номер нашего кошелька, в котором находится наша монета. Вы должны понимать, что во вновь скачанном кошельке нет ваших монет. Именно поэтому мы восстанавливаем номер нашего кошелька с монетами. Таким образом, мы заменили адрес нового кошелька на адрес нашего кошелька, в котором у нас и хранятся наши монеты. Далее заходим в меню Пуск, панель управления параметры папок, вид и на место ставим точку «Не показывать скрытые файлы, папки и диски». Применить. ОК. Если у вас не будет резервной копии кошелька, то есть не будет номера вашего кошелька, то вы рискуете навсегда потерять находившиеся в нем монеты, а значит и ваши деньги. Будьте внимательны.